Еще задолго до начала кросса нации на стадионе «Шахтер» собрались команды самых быстрых мальчишек и девчонок всех школ. Одни разминаются, другие разбирают номера участников. К массовому забегу ребята готовятся по-особому. Ведь это не просто забег, а настоящий парад спорта, где проверяются силы парней на дистанции в 3 километра, девушек – 2. Каждую осень мы проводим легкоатлетический кросс. Ребята все ждут этого мероприятия. Бег вообще основа движения, будем так говорить, и причем доступное. Для этого нет необходимости иметь какие-то снаряды, спортивные залы. Вот есть беговая дорожка, есть просто хороший сосновый бор, где есть трасса, и можно по ней пробежаться. Поэтому это самый доступный вид спорта. И мне кажется, вот лесной городок, который сегодня благоустраивается и будет центром здоровья. Для участницы 73-й школы Вики Черниковой бег – главная составляющая физической подготовки. 6 лет школьница занимается самбо, и каждая ее тренировка строго начинается с пробежки. Преодолеть 2 километра для Вики, пожалуй, не проблема, но если на скорость, здесь спортсменка выбирает свою тактику, с помощью которой на последней минуте первая выходит на финиш. Я все время беру, ускоряюсь, у нас всегда на тренировках мы ускоряемся, и у меня уже тело и все привыкло, что на последнем круге надо сначала чуть-чуть пробежаться, а потом уже последних сил рывком бежать со всех сил. Спорт – это важнее всего, нужен для людей. Забег в рамках всероссийской акции продолжался несколько часов и объединил более 150 самых быстрых и ловких школьников Ленинска-Кузнецкого.